Hey, what up, girl? How you doing? Приветствую на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Medal of Honor, только уже какая-то другая. Нормандия, миссия 1, операция Overlord. Что-то не понимаю. Ну, давайте. 9 июня 1944 года. Мы узнали, что противник подтягивает силы, чтобы переменить ход войны в последней битве. Немцы проигрывали войну. И весь мир знал об этом. Под командованием генерала Эйзенхауэра силы союзников готовили самое великое нападение в истории. Ой, союзники, нападение. Эта операция получила название «Вторжение». Воины, танки, обмундирование и боеприпасы должны быть высажены на территории Нормандии. Мы должны нанести удар первыми. Прошло несколько часов. 7 дивизий объединяются, чтобы атаковать нормандские берега. Эйзенхауэр послал бомбардировщики, чтобы разрушить мосты и железные дороги, чтобы немцы не могли доставить продовольствие своим отрядам. Немцы не ожидали удара с моря. Чтобы сорвать их оборону, были высажены десантные подразделения. Они должны позаботиться, чтобы немцы не вызвали подмогу. Ага, вот так вот, значит. Это медаль за отвагу 2. Ну, по крайней мере, должно быть так. Поэтому давайте смотрим. Нормандия, Франция. 6 июня 44 года, день высадки союзных войск. 3000 футов. Я не знаю, сколько это в метрах. Расчетное время 2 минуты. Задай-ка им жару, сынок. Конец связи. Каска такая. Америка, ага. Глобус распилили пополам, поделили. Приготовиться! Встать! Ой, это без меня. Прицепить карабины! Проверка снаряжения. Проверка снаряжения. Я в порядке. Свяжешься с лучшими шестой готов. Четвертый готов. Десятый готов. Нужно зачистить этот дом, сержант. Вперед! Лет. А выходи все-таки через окно.
Твою мать, а в чем мне не выйти-то? Охренеть. Ой, я рукой его убил. У меня с аптечками-то проблема, да, здесь? Так. Ладно. Давайте-ка посмотрим, где что у меня тут есть. Опа! Прям так висело. Ага, закрыто. Закрыто. А куда я не пойду? Опа! Это же хорошо! Встретиться с союзниками. Хорошо. Так, тут пока линейные. Единственное, что они там могут быть за... А что я говорил? Вы там отсюда перелезли, да? Ай-яй-яй-яй. Это у нас что за бетер стоит? Ну да. А, вот. Подожди. На. Вот так. Никого не подбил. Пятый готов. Танк Тигр. Барец, садись за пушку и взорви этот танк. Давай. Я это сделал. Отлично.
Отличная работа, сержант. Следуй за мной. Прекрасная, я бы даже сказал, работа. Что ты это? Что ты мне даешь? О, неплохо. У меня теперь еще и автомат новый. Не смотри так близко. Так, продолжить это, блин, вот так. Ага. Фейс Фоксу, выходи на связь. Начинайте охоту. Фокс, я на связи. Иди вперед. Джерри докладывает о подкреплении к артиллерийской дивизии к северу от тебя. Они заходят сзади. Танковый дивизион пытается атаковать наши позиции с фланга. Единственный способ помешать немцам — не дать им перебраться через реку. Конец связи. По последним данным, цель хорошо защищена, но вы должны выполнить поставленную задачу любой ценой. Конец связи. Понял, выполняю. Сержант, бери базуку и не дай этому танку пройти здесь. Слева! Так. Где базука? Как я должен это понимать? Подожди. Прорисовка это, конечно. Ай-яй-яй. Вы провалили задание, капитан был убит в бою. Охренеть. Ладно. А я не могу так? Нет, не могу. А очень-то хотелось бы. Подождите. Тут вот где-то бутылек был в жизни, точно помню. Огонь!
Так. Где тут надо? Что уничтожать? Показано. Сержант, у тебя есть бомбы. Разберись с танком. А, во. Все, минутку, убегаем. С танком это не танк. Вроде неплохо. Пошевеливайтесь, перегруппироваться и вперед. Так, что мы имеем? Где? Куда? Вон туда. Ну-ка, тут у нас тени простые. А, следы консоль. Нет. Я думал, тут где-то можно управление. Свет поменяй. Так, вот яркость. Вот так вот. Давай, давай, давай. Подрыв. Бум. Как тебя не прибило нахрен за насколками. Подождите, подождите. Только захреначили. Никто ничего не надо мне. Вот так. Ну, вот так вот давайте теперь. Здесь у нас чего? А, вот так вот можно. Вы за мной бежите. Все, понял. Понял, как это устроено. Мы уже почти подошли. Всем держаться вместе. Давай зачистим это здание. Посмотрим, может тогда мы сможем пробраться к мосту. За мной! Что-то нехорошее у меня предчувствие. Где?
Так. Тревога! Подожди, я тут в одного здания зачищаю пока. Стекло разбить не нужно. Осторожно! Вижу, вижу, куда вы. Ага, там никак не получается так. Смотрите, сержант! Осторожно! Нету на второй этаж, да? Не пройти нету. Ну-ка, вот эта дверка. Сюда! Куда сюда? Я буду прикрывать вас отсюда. Ждите моего сигнала к атаке. Вперед! Не понимаю. А, кто? А кто думал, кто мне откроет дверку-то нахуй? Бегаем. Смотрим. Бу, как осколками только не заденется. Отличная работа, сержант. А то. Я не смог пробраться к мосту, но нашел обходную дорогу. Со мной. Обходную дорогу. Это ты вообще на лодке прикол, что ли? Реально на лодке надо плыть. О. Мы подошли очень близко. Не стреляйте. Как скажешь. Они нас якобы не видят. Да тихо ты! Я хотел, блин, тебя... Вот так хотел. А вы чё даже не зачищаете? Это нисколько. Капитан был убит в бою, тварь такая. Хоть на что-то тут годны. Я
Так и так было, да? Не получилось бы выследить и убить. Но сначала просрали все. А потом будьте добры выследить и убить. Ну, отходи. Транспорта более нет. Пойдем тогда пешим ходом. Берегись! Было. Далеко он ушел. Выследил и устранил в одинокого. Мне никто не помог. Дом тут как такой большой. Хрен куда попадешь. Отличная работа, пошли. Куда? Куда вы меня зовете? Дырявая Матильда. Ну так. Прекрасно. Теперь давайте уничтожим артиллерию. Ни хрена себе. Ну-ка. Откуда? Из здания, наверное. Снимем артиллерию и выйдем к мосту. А как уничтожать-то будем? Падла. Ни хрена. А вот так вот. Мне еще уничтожить ее надо.
задача была выполнена. Твое задание – ликвидировать полковника и уничтожить мост. Так, забрать взрывчатку из воздушного поста. Ты его когда не видишь? А, вот, взрывчатка. Все. Сержант, вот бомбы. Как только мы отойдем, уничтожь пушку. Как только отойдем. А где эта пушка? Установите. Ой-ой-ой. Парец, задействуй один из зарядов, чтобы покончить с этим связным. Вот. Прекрасно. Вроде пока все хорошо. Так. Ты мои там аптечки собираешь, что ли? Животные. Ну хрена, он меня хотел ударить. Огонь! Так.
Так. Был убит в бою. Хрен ли ты лезешь вперед, батьки? Пока что есть. Ой, сюда зайди, если надо. Сюда зайти надо, посмотрим, что здесь, ни хрена тут нет. Так, установи взрывчатку. Бегу я. Получилось. Не смотри так близко, сказал. Я молодец. Награжден медалью. Так, выстрелил в цель, получен ран, врагов убито. Ну, хроника. Да только это бестолочи были. Под конец уже пришли, и то полегло, и хреново тьма. Потому что ни хрена не умеют. Кроме орать. USA! А сейчас сборище нарколы. Извращенцев.
что выходит? Инструктаж. Че, нету? Голос. За кадром где? 24 декабря 44 года. Арденский лес. Бельгия. Парни, слушайте внимательно. В миле отсюда находится депо, через которое враг получает подкрепление. Будьте начеку. Захватить грузовик снабжения. Подожди. Перезаряжается? Что за хрень? Вот так вот. Давай. Захватить и уничтожить. Это, конечно же. Что? Только я способен на такое. Все? Откуда?
Ну, все, все, разобрался. Ой. Вот так. Сзади, по-моему, еще стрелять кто-то надумал. Скотина. Все, понял, почему и как мы танк-то будем долбить. Сержант, прекратить огонь. С танком покончено. А где-то тут еще один был. Огонь! Вышел не туда, маленько. С автоматом побегом. Аптечек мне не дают. Враг атакует, рассредоточится. Руки. Осторожно. Прекрасно. Так, они вон там. Сейчас посмотрим, что с них взять можно. На, нахрен, ты смотри, смотри, ты гранатами меня подорвал по ходу дела. Олень. Thank you.
Ой, как с тобой сложно-то. Все хорошо идет. Совсем справляюсь. Ты гулять? Одевайся тепло. На улице очень холодно. Юлю домой нельзя. Я помню. Ну и далее по списку. Куда сюда ты меня завёл? Подожди, огонь. Так, кто тут у нас? Почему один кто должен тут воевать? Ох, бестолочь. Ох, вот тебе. Третий готов. Ты будешь взламывать, нет? Что-то взрывать тут. Помещается. А где тут хоть аптечка-то?
понимать? Не заметил. Понятненько. Он куда-то делся. Подожди. Ну, где-то же здесь вот. Ой-ой-ой. Здесь вот они будут, да? Ни хрена. Дымовая. Аптечка, я, блин. Ладно, хоть аптечку достал. Здесь я его пристрелил. Блин, все так ходить надо. Я, по идее, кроме как аптечки, больше незачем тащиться-то. Стояли же там до последнего, падлы. Дострелялся. А где сирена включается, я даже не знаю. Опа. Это я удачно кинул. О,
тут еще и забраться к вам, да? То есть забраться, ну вот посмотрим. Давайте-ка проверим, что там у вас есть. Мне нужна аптечка. Давайте, давайте, ребята. Задача была выполнена. Гляди в оба, Барретс. Где-то здесь проходил грузовик с продовольствием. Нужно его отыскать. Доехал, блин, с одним хп. Охренеть, блин. Фу, сложно.
Канун Рождества, 1944 год. Адринский лес, Бельгия. Это лучшее из того, что у меня было. Попробуй эти сигареты. Гренка из сержанта Барретса. Спасибо за оружие и пока. Пользуясь случаем, обязательно прихвати себе кое-что на память. Вот тебе и память. А мне вообще куда надо-то? Врач! Врач! Враг наступает! Алисам! Получите приказ у капитана на линии фронта. Ублюдки. Врач! Противник атакует! Я не туда побежал первоначально, да? Враг атакует! Нам нужна огневая поддержка! Я прикрою! Врач! Прикрывай! Так, получили приказ Блада так. Или что, это я врач? Чего прикрыть? Получите, ублюдки! Барретс, капитан ранен. Найди медика и возвращайся вместе с ним. Поспеши! На твою мать! Ты меня выпустил? Идиот, блядь! Пробираться. Вот как бы я ни шел, у меня что-то долбит и долбит. Давайте послушаем, может как-то оно... Прикни голову!
Ага, вот оно. Ждем, в общем. Подожди. Показывай дорогу. Давай. Блин. Чем тебя прикрыть-то? Тихо. Ну что, я-то уже все здесь. Когда этот придет. Как
И почему по мне стреляют только? Свист, когда пройдет. Охренеть. Да подожди. А чё ты не идёшь-то со мной? Понимаю. Тогда я взял обратно. Так, подождите. Какая-то хрень получилась. Найти медика. Давай. Бум, бум. Ждем. Ждем свист. Медик-то один хрен не идет к нам. Начать миссию заново.
Скин, поспеши! Давай, давай. Я же знаю, что я не добегу. Ждем здесь. Твою мать! Не успел пока сюда. Так надо пробираться. Нам нужен листач. Уйди из линии огня. Понял. Залезь опять по мне. Не по кому-то. Твою мать. Говно вопрос. Я готов, пошли. А чё, всё, не будет этого обстрела-то? Чего не будет-то? Меня подключи. Ждем свиста. Ой-ой-ой. Успел. Меня тут темп спасает. Давай. Нормально сидишь. Вот, давай. Только держись. А-а-а!
тогда нам все будет хорошо. Ну и слава богу. Они идут! Держать оборону! Держать! Найти и защитить чего? Кто там сзади стреляет? Спину. Вернуться и защитить правый фронт, блин. То левый, то правый, бегать меня заставлять, упаду. Вот тебе и раз, вот тебе и два. Так.
Фух, задача была выполнена. Рождественское утро, позиции союзников. Ну что, мы довольны? А чего вы так тишина-то? Спасибо. Так. Бери, братец. Нам нужен здесь врач. Перейти через поле. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.